Всем привет! Я начинаю этот выпуск с шок-контента. Я нашла Enid Monster High Wednesday Addams. Честно говоря, находка. В магазине мы так долго ходили, так долго искали, и наконец-то она в моих руках. Покупать мы ее сейчас не будем. У нас есть уже Wednesday Addams. Если вы смотрели мою посылку в прошлом видео, то мы с вами там распаковали две Wednesday. И сейчас я увидела Enid. Она суперская красотка. Мне она очень нравится. Как она вам, такая мини? Миниатюрная девчонка, пишите в комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал. Давайте посмотрим на нее чуть поближе. У нее на голове вот такой вот берет малинового цвета. Он, судя по всему, сделан из пластика. Макияж у нее в ярких оттенках. Это малиновые тени в перемешку с желтенькими, насколько я вижу. И малиновые помада под тон ее берета. Глаза у нее голубые, очень-очень симпатичные. Она прям так и смотрит на нас. И, ну, правда, милашка. Волосы у нее разных цветов. Это голубой с краплением малиновых прядей внутри. А сверху она такая вот блондинка. Бровки у нее расчесанные, как будто бы ей сделали ламинирование. И у нее есть такой вот свитшот с принтом черепков в форме сердечек монстряшных, беленьких. И под ней мы видим такую вот водолазочку. Юбочка клетчатая с пуговицами. Есть у нее коготочки. Это вообще отдельный класс. Ногти. Вы смотрите, у нее когти, вернее, разноцветные. За когти ставим лайк. И у нее есть леггинсы малиново-желтые, которые тянутся до желтых ядреных ботинок на платформе. А платформа у нее в виде какого-то зверька. Сбоку коробочка классическая для Wednesday Addams. Задняя часть, вот так вот она выглядит, здесь на английском и на французском языке. Что меня особенно удивило, это вот эта надпись. Здесь на русском все написано, ребята, на русском. Mattel, вы что творите? Россия. А, ну еще у нее есть в комплекте рюкзачочек, смотрите, какой миленький, пластиковый. И подставка. Я так понимаю, классическая, как и была раньше в Monster High. Такая вот у нас находка. Я супер рада этой кукле. Надеюсь, она пополнит мою коллекцию в скором времени. А как она вам, пишите в комментарии. Обязательно смотрите мои видео, включая YouTube Shorts. Там очень много находок, которые я прям снимаю и сразу же выкладываю. Всех вас жду в новых видео. Be cool and crazy. Пока-пока.